А что вы так разговариваете, путаете? Вы путаете. Потому что вы молодой не можете человек. Подходить к полицейскому молодой сразу. А ваше я не знаю, вы не представились. Я еще может, раз вы повторяю. Не полицейский, откуда я знаю? А с чего вы взяли, что я вам, вы подошли ко мне и сразу ваше потому удостоверение? Потому что вы, вот мое вот удостоверение, вот мой документ. Мое можете спрашивать. Вот мой документ. Вы меня дослушаете? Нет, посмотрите мой документ. Я посмотрю. У вас есть вопросы? Нет, вопросов нет. Ко мне. Теперь представьтесь, кто вы. Я покажите удостоверение. Говорю. Я сейчас вам покажу удостоверение. Я вам вы показал паспорт. Меня. Не вы хочу, я не знаю, с кем разговариваю. В смысле? Вы не в прямом, не знаю, с кем я разговариваю. Я еще раз говорю, я вам объясню, а потом покажу. Не надо объяснять. Вы меня послушайте вы не сначала. Педагог. Я еще раз вы говорю. Не мой воспитатель. Я, покажите я документ, вы тоже с кем не я мой воспитатель. И вот этот человек тоже не мой воспитатель. Еще раз. Вы несете службу. Я еще раз говорю, вы можете спрашивать только тогда. Тиш. Сейчас дрочило говорить будет, тихо. Когда я к вам обращаюсь, а не в честь чего вы. Это? В честь того, что это в законе написано. Подождите, я вам показал документ. В какой статье, в каком законе это написано? Я еще раз говорю, назовите я норму. Не буду вам... Назовите норму права, но вы сейчас идете как педагог. Да, потому что так и есть. Вот, да. На вашем случае... В честь чего? Вот мое удостоверение. Ну, сейчас смотрите. Я посмотрю, у меня же фонарь нужен. В честь чего вы как педагог? Вы обычный патрульный. Да, обычный патрульный. Который живет за средства... Фотографировать я не дам. Чего? Потому что не хочу. Хорошо, я не буду. Давайте я запишу. У тебя работает видео, чтобы да. Я фамилию записал. Давайте, я вот не записываю. Бортовой номер. Буренко Дмитрий Викторович. Да. Подождите, я не убрал. Дайте же посмотреть. Инспектор Харьковского УПМ. Да. Годно до декабря. Оно у вас уже не годно. Да. Вот с этим как раз вопрос. Так вы мне лекцию читаете? Смотрите, вопрос. Так вот, вы мне вот, лекцию пришли читать? Смотрите, вот это хорошо, что вы увидели. Вот ты сам понял, что пизданул? Это вопрос к моему начальству. Вот с этим видео, да к моему нет. Начальству, вперед. Я даже... Даже спасибо. Еще раз говорю, вперед, это дома жене и маме. Так не надо разговаривать с гражданами. Вы меня вы слышите? Вы молодцы, что вы заметили это. Мне вот теперь похвала с вот этим от вас видео, не нужна. Да. К моему начальству. Еще раз говорю, все? Вот так будете дома с женой с мамой разговаривать. И услышали с женой с мамой. Все? Не надо так разговаривать. Вы услышали меня? Вы меня услышали? Еще раз говорю, вы какие услышали? Какие вопросы у вас ко мне? Не хамить людям. Я не хамлю. Абсолютно. Вы сейчас разговариваете не так, как положено. Не так, как вам нравится? Согласно уставу. А я, подождите, а я имею право что требовать, вы имеете? Чтобы вы так не разговаривали. Да что вы говорите? Да. Кто вам такую глупость сказал? Конечно. Глупость ходячая, вы и позор полиции. Я еще раз говорю, оскорблять, если будете. Я не оскорбляю. Потому что если ваш тон... Я еще раз повторяю, если вам не нравится, как я с вами разговариваю, это не значит, что я буду разговаривать так, как вам хочется. Еще раз говорю. Понимаете? Как нравится, разговаривайте дома, с друзьями. Я еще раз говорю. С гражданами не надо. Если вам это не нравится, это не значит... Давайте по одному, вы с ней на базаре торгуете, вы одели форму. Я еще раз повторяю. Если вам что-то вы... не нравится, это чисто ваши личные проблемы. Я не буду под вас подстраиваться. Понятно? Я вас на работу не нанимаю, чтобы вы вот подстраивались. Вот именно, вы не мой начальник стенку. И так далее. Да, поэтому... вы только живете за мои налоги. Нет, за мои налоги, за ваши налоги я не а живу. А за чьи вы живете? Я за свои налоги живу. Я точно чьи? Так же налоги плачу, я точно так же работаю, поэтому не надо мне рассказывать. Вы хамите. Я вам хамлю. Вы хамите сейчас, да. Это вы хамили, а не я хамлю. С вами вообще все в порядке? У меня все отлично. Все отлично. Вот, все камеры цветные. И что? Что со мной началось, я предупредил. И что? Что наш разговор записывается не только этот. Я вас тоже предупредил, что наш разговор записывается. Которые в окно все слышат. А вас не вызвало вопрос, откуда я вас увидел и вышел? Да мне без разницы вообще. Мощный? Почему? Задаю вопрос. Я еще раз повторяю. Мощный? Чего он у меня должен был возникнуть? Ну, надо иногда думать головой. Да. Представьтесь есть? Еще раз. Есть вопросы, граждане? Мартынов Алексей Николаевич. Мы уже документы проверили. Патрульной полиции, старший больше лейтенант. Больше нет вопросов. А откуда вообще вы? С патрульной? А что вы разговариваете? Я не знаю. Потому что это наш район. Это его район. Это не те. Это не народ Украины. Это народ конкретного товарища. Вы слышите, что вообще говорит? Ну, человек говорит, это мой район. Но вы слышите, полицейский говорит, что это значит, мой район. Ваш район, это район граждан Украины. Да. Понятно. Болеть надо, выздоравливайте. Болеете вы, наверное. Выздоравливайте. Ну, хорошо, я думаю, мы увидимся еще.